Несколько лет назад я вам показывал свой самодельный клещекрут, который делается буквально за полминуты на коленке из подручных средств, а именно из вот такого зажима для хлеба. Сейчас я этим клещекрутом не пользуюсь, хотя он отличный, в принципе выполняет свои функции, но есть, я сделал более удобный вариант, делается немного дольше, но в принципе тоже довольно быстро и из тех же самых подручных средств. Для этого нам понадобится опять такой зажим хлебный. Берем, выгибаем такую же форму, похожую как здесь. Так же само все вырезаем. Ну, в принципе, можно сделать даже из этого. Хотя, если кто не видел прошлое видео, то все элементарно делается. То есть суть та, что нам нужно сделать вырез клинообразный такой, чтобы хоботок клеща заходил и зажимался вот здесь вот. Тогда у нас получится, мы пережимаем хоботок, и уже яд, если клещ заразный, какой-то энцефалитный, то яд уже он не сможет впрыснуть в ранку. Вот, то есть, в принципе, можно вот так еще заокруглить, чтобы лучше все быстрее туда попадало. Даже если будет хобот здоровенный у клеща. И с этой стороны мы также сделаем прорезь такую. Так же само, как и с обратной. И теперь нам нужно вот так как бы его свести вместе. И нам еще понадобится ватная палочка. Возьму уже просто белого цвета, чтобы было более как бы гармонично. Ну, можно обрезать, можно по длине, просто ватусная. Теперь нужно вот эти проволочки загнать вот сюда. То есть как бы это я делаю так просто на скорую руку. У кого есть время, можете там сделать более красиво это все. Ну вот это клещекрут, которым я пользуюсь уже пару лет. Вот и все, в принципе, клещекрут готов. Делаем прорезь сейчас. Еще побольше, чтобы было. Вот такая прорезь, чтобы можно еще так развести чуть-чуть. Вот, и выгибаем, вот такую вот форму делаем. Вот у нас есть гуленок, который не сильно любит, чтобы ему вытаскивали клещей. Гулял несколько дней. У собак это все намного проще. Вот у нас клещекрут. Сейчас, подожди. Подожди. Сейчас. Где-то тут клещ был. Сейчас, подожди. Подожди, маленький. Так, вот клещ у нас. Присмоктался. Ну, лучше, конечно, когда кто-то держит еще кота. Вот уже голова у него там. Он хорошо присмоктался. Нам его нужно завести, чтобы пережать там хоботок. Вот завели. Можно даже так пальцем чуть-чуть помочь. И выкручиваем. Там кто-то орел по часовой стрелке или против. Я не знаю. В принципе, все.
Все, вот клещ. Голова, как можно видеть, не оторвалась. Вот видно даже кусок хоботка. Хоботок на месте, как бы. Вроде как. То есть ничего не оторвалось. И пациент спасен. Не очень доволен. Все, Димуля, свободен. Вот, и тут уже у меня есть несколько высохших. Этот пойдет туда же, в банку. Вообще, я таких гадов кровопийц спаливаю в печке или в костре. Эти уже повысыхали, уже где-то месяц там лежат. В общем, все. Так, в принципе, элементарно, быстро. Может каждый сделать. Вот такой клещекрут. Все, доволен. Обработали кота средством против клещей. И отпускаем. До встречи, новым приключениям. Вперед, труба залет. Ну, а у меня на этом все. Благодарю за внимание и до новых встреч. А меня ждет опять стройка. Продолжение.